Всем здравствуйте, мы идем на пирс, ну, возможно, уже там темно и будет, просто из окна мы увидели прекрасный закат, но не знаю, будет ли там еще что-то видно, посмотрим. Кто это так делает? Кто это так делает? Что это за звук такой страшный, смешной? А что эти люди здесь все делают, Толь? А, ресторанчик здесь. А, ну, рыбный, да, прям, в смысле, перед, рядом с пирсом. Так, да, панк-сарай, сейфуд. Так, может, посмотреть, что там? Ну, так, а может, там посмотреть, что? А ты цены не видишь, какие там? Ну, я бы хотела креветки, потому что мы уже попробовали почти все, кроме гребешков. И креветок почему-то. Ну, там мало, две штучки. Это мы буквально собрались, переоделись и вышли. И уже все. Все, уже потемнело. А, здравствуйте. Вы не бобтейл? Нет. Здравствуйте. Вы девочка-красивица? Вы девочка-красивица, как я соскучилась по Карлочке, Толя. Толя, она такая плотненькая такая. Ну, наверное, это же девушка, она с трехцветочка. Ты девушка? Красавица? Ой, какая Галюся. Да, извините, я тебя испачкала. У меня намазано кокосовым маслом, да. Испачкала девочку кокосовым маслом. Такой сладкий сидит рыбный кот на рыбном пирсе. Днем тут вообще невозможно. Затоплен этот корабль. Днем вообще сегодня было очень жарко. Я не знаю, они все разные дни. Но сегодня с утра было понятно, что будет жарко. Потому что была дымка, которой не было все эти дни. И днем было, я не знаю, я в час уже просто умчалась домой. Мы хотели там покушать, пообедать. Мы не завтракаем, мы сразу обедаем. У нас интервальная. Видите, здесь уже мало что видно, но мы как-нибудь выйдем пораньше, снимем все эти затопленные лодочки. А сегодня просто вот такой вайб вечерний. Пахнет смолой, рыбой, сушеное дерево каким-то. Это вот все ресторанчики рыбные. Вот заваленные кораблики. Почему-то их никто не... То ли это что, бесполезно их поднимают, ремонтировать, что ли, или что? Почему их никто, а? Так, а что, проще оставить их валяться вот так? Это Паттайя там? Ну, да, Джунчен, да. А это вот как называется сюда вот это? Что такое-то? Тут были комнатки или это доки такие? Вот почему такой провал здесь? Не видно, к сожалению, будем снимать. О, Господи! А, ясно. Сегодня под утро. А может быть и всю ночь даже. Я, честно говоря, не могу сказать. Около 6, да, пожар был. Около 6 утра я проснулась под такую китайскую печальную музыку. Она разносилась по всему, по всей нашей деревне, по всему поселку. Именно китайская, не тайская. Не знаю, что это праздник у кого-то был или что это. Вот если бы они зажгли фонари, вот эти вот, то было бы что-то еще хотя бы видно. А тут, наверное, зажигают вот эти вот фонари на лампочках и на корабликах. Может быть, как-то праздники или что. Их видно? Чуть-чуть видно же. Вот они все. В общем, немножко непривычно там, конечно, в тайской деревне. Потому что здесь вот какая особенность, например, 7-Eleven, их здесь 3 штуки. Ну, там на выезде еще, да, можно, ну, это надо уже это
байк или на чем-то туда не дойдешь, просто по жаре и все это. И ассортимент, так сказать, 7-Eleven очень маленький, все быстро раскупается. Кофе не купить. Я люблю кофе покупать там, который кипятком заливает, нужно через бумажный фильтр не купить. Я не успеваю. Кто-то раньше меня покупает, кто-то тоже любит кофе. Но там действующее что-то. Что-то действующее. Ой, как он классно шатается, а вам не видно. Потому что здесь должен быть фонарь. Вот он, его не видно даже. Месяц превращается в луну. Не видно вам, да. Как качается слон на воде. Ну, в общем, получается такая история, что, конечно, жилье здесь можно найти дешевле. Вода, в общем, чище. Бирюзовая, ну, вы видели, я снимала, и шортс у меня есть тоже. Вот, а что касается каких-то вот условий, к сожалению, здесь они немножко хуже. 7-Eleven, да, не найти. Обмен, например, да, денег тоже. Дядечки китайцы прошли. Большие магазины. Ну, здесь даже не знаю, как сказать. Ну, в общем, привычно какое-то изобилие такое, да, которое в Таиланде везде на каждом углу. Здесь как-то ограничено. Ну, это интересно, это что, типа пальма получается? Не видно ничего. Нет, уже не видно тут ничего. Это что, пальмы, что ли, тут стоят вместо этих свай? В чем колорит рыба?